Закон этим троим, видимо, не писан. Они вытащили из здания иркутского кафе платежный терминал, закинули его в машину и скрылись. Некоторые, чтобы не терять время, уехали прямо в багажнике. Сейчас преступники объявлены в розыск. А вот организаторы незаконного казино в центре Иркутска уже задержаны, а 60 игровых автоматов конфискованы. Также во время обысков изъята бухгалтерская документация и деньги, сумма, заработанная сотрудниками клуба наличности. Тайна следствия. В момент обыска в игровом салоне находились около 30 посетителей. Уголовная ответственность для них не предусмотрена, поэтому, скорее всего, они будут проходить по делу как свидетели. Если вина организатора незаконного игрового салона будет доказана, ему грозит либо штраф от 1 000 000 рублей, либо лишение свободы на срок до 4 лет. Была получена информация, что в торговом центре «Манеж» действует незаконно игорное заведение. Для проверки полученной информации с сотрудниками Следственного управления по Иркутской области, совместно с сотрудниками Главного управления Министерства внутренних дел по Иркутской области, был спланирован и проведен обыск по указанному адресу. В рамках проведенного обыска факт игорной деятельности нашел свое подтверждение.